назвать рубрику? Может. Обо всем сказать. Заурядная личность с заурядными мыслями. Может, заурядные мысли? Взаимоотношения между мужчиной и женщиной — это в первую очередь энергетический союз, биополе которого должно быть пригодным для рождения и формирования новой личности, новой идеи. В любом случае отношения должны быть удовлетворительными. И вообще, каков их смысл?